Всем привет, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 3 октября 2018 года. Я нахожусь на Пушкина 91 и хочу вам показать, как тратятся наши с вами деньги. 3 июля этого года я показывал, что происходило с проезжей частью в этом участке. 13-го, по-моему, или 16-го я показывал, как было отремонтировано. И уже тогда я высказывал сомнения о качестве ремонта. Ну а сейчас я вам покажу, как таки уже на сегодняшний момент чувствует себя этот участок дороги. Ну вот смотрите, этот провал уже начинает повторно проваливаться. Аккуратно по дорогам!